бы вы рассказать, как правильно работать с водой для привлечения денег и благополучия? Я не знаю такого. Как известно, вода имеет память, а мы люди все время засоряем водоемы, потом просим здоровья, материальных благ. Что бы вы ни делали с водой, она в жизни никогда не принесет вам никакого материального благополучия. Только можете запаковывать ее и продавать в виде чистой воды, заниматься таким бизнесом. Вот тогда вы сможете зарабатывать. А так, никакая магия через воду не делается. Вода только смывает любое... Можно смотреть на воду и терять возраст, не возраст, а терять молодость. Можно смотреть и на море и думать о долгах, и тогда долги вас отпустят. Вода забирает. А деньги, если думать о деньгах, смотреть на воду, то тогда денег не будет вообще никогда. Помните, есть такая эзотерическая практика, когда-то было такое, называется рог изобилия, где деньги текут, управденное такое есть. Так вот, такой рог изобилия вообще может смыть ваши деньги на много лет. Вообще потом не заработаете никогда. Будет очень плохо в жизни.